Это очень сложный и очень личный вопрос, поэтому я воздержался бы, так сказать, от поддержки или, наоборот, от осуждения. Я считаю, что все-таки личная жизнь – это дело каждого человека. В этом плане мы приближаемся как бы к западной модели политической жизни. То есть в этом свои плюсы. Политик остается человеком. Да? Это не так, как было в советское время, когда политик такого ранга, он был как бы небожителем и человеком совсем другого рода. Вот настолько оторванным от нормального восприятия, что казалось, что человек совсем из другого теста сделан. В этом смысле, наверное, это нормально. С другой стороны, с точки зрения российских, советских и вот, ну, русских политических традиций, я бы сказал, что такие случаи весьма редки. Я думаю, это мое мнение, хотя я не убежден в этом, что Владимир Владимирович просто фактически зафиксировал то, что имело место уже определенный период времени, да, о чем, насчет чего было очень много инсинуаций в западной, и в российской прессе. И сделал он это сознательно перед съездом Народного фронта, чтобы снять, так сказать, любые какие-то, ну, отрицательные вопросы, которые могут возникнуть.